Свадебный сезон в самом разгаре. Совсем недавно в разных уголках Москвы отгремели свадьбы дочки Валентины Юдашкина, сына Игоря Крутого, певца Влада Соколовского и Дакоты. Теперь к этому списку добавилась еще и солистка группы «Дискотека Авария». 19 июня Анна Хохлова вышла замуж. Избранником 29-летней певицы стал 22-летний Денис. После года отношений парочка обменялась кольцами в ЗАГСе подмосковного города Дмитров. Молодожены сыграли скромную свадьбу в русском стиле. Единственными звездными гостями на свадьбе Хохловой были ее коллеги по группе «Дискотека Авария» – Алексей Серов и Алексей Рыжов. Сразу после свадьбы парочка отправилась в Венецию, где и пройдет их медовый месяц.